Наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины. Нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Так говорится в приказе Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР от 1 мая 1944 года. С этими словами 80 лет назад рабоче-крестьянская Красная Армия пересекла государственную границу Советского Союза и вошла в осажденную нацистами Европу. Братушки дальше, братушки, пытаться вам идти. Ты видишь, Олег, что пришло освобождение, плохое отношение. Наши танки шли по коврам и по цветам. Сегодня подвиг советского воина-освободителя, спасшего народы Европы от ужасов фашизма, западные государства пытаются перечеркнуть и исказить. Но тогда Красную Армию ждали как единственный шанс на освобождение, встречали с цветами и со слезами радости. Отсюда в июне 1941 года гитлеровские орды ринулись на нашу землю. Сюда летом 1944 года, после разгрома немцев в Белоруссии и Литве, вышли войска Красной Армии. Европа. Несмотря на годы, проведенные под фашистским гнетом, она вызывала неподдельное удивление у своих освободителей. Это были простые советские люди, в большинстве очень молодые. Какими они увидели разные европейские города? Что пережили в тяжелейших боях? И какие детали сохранили в памяти на всю жизнь? Освободительный поход советских войск пролегал через целый ряд европейских стран, в том числе через тогда дружественные нам Югославию, Польшу и Чехословакию. Каждая из этих стран оставила в памяти наших солдат свой уникальный след. В октябре месяце наша армия приняла участие в освобождении югославской территории и в том числе столицы Югославии Белграда. Вот. А Тито вот такой был человек. Он попросил помощи, но с одним условием, что Белград будут освобождать Народно-освободительная армия Югославии. А мы будем им помогать. И вот мы действительно, мы как вот, автоматчики, там все, и стрелковые батальоны, шли как бы за ними и в то же время вместе. Вся надежда была, конечно, на Советский Союз, на Красную Армию. Поэтому, когда после Ясно-Кишиневской операции подходили к югославской границе, тут, безусловно, уже, как говорится, такое одушевление было, что не только армии, но и народа Югославии. 28 сентября, после встречи Иосифа Сталина с командующим Народной освободительной армией Югославии Иосифом Броз Тито, началась совместная операция по освобождению Югославии. Белградская стратегическая наступательная операция. Совместная операция Красной Армии, Народной освободительной армии Югославии и войск Болгарии по освобождению Югославии от немецких войск. Проводилась с 28 сентября по 20 октября 1944 года. В результате успешных наступательных действий советские войска продвинулись более чем на 200 километров. Итогом операции стал разгром германской армейской группы «Сербия» и освобождение столицы Югославии, города Белграда. Вылилась народная война в Югославии. При освобождении, казалось бы, чужих им европейских территорий наши воины проявляли ровно такой же героизм, как и в ожесточенных битвах за родные земли. Мы освободили Белград, а потом наша часть пошла по левому побережью Дуная. Нам объявил командир батальона, что первая рота сегодня, значит, первым будет форсировать Дунай, вторая рота будет второй переправляться,
И третья рота Решетова. Вот. То есть моя очередь была третьей форсировать. А форсировать нужно было только на лодках. К рассвету мы увидели на воде идет две лодки. Они приближаются и приткнулись там как раз, где мы находились. А оказалось, на этих двух лодках было всего 17 человек из Народно-освободительной армии Югославии. А они, когда кто-то с ними из русских были, они не уйдут, не бросят, понимаете. Вот такие были преданные люди. В самоотверженной борьбе с нацизмом наши воины не щадили себя. В боях за освобождение Югославии Красная Армия потеряла более 35 тысяч убитыми, пропавшими без вести и ранеными. Ясно, когда мы с товарищем наступили, пошли, и когда мы идем уже на рассвете, и артиллерия немцы, как начальники минометы, и смотрим, я уже чую, я говорю, что-то я говорю, товарищ, ложись, легни, это время взрыв. И отключился. И товарищ ранен мне вот в Югославии, да. И боль страшная, да. Там привязали, там ранили. Очень больно было. Много ребят погибло, очень много. Когда лежал год сюда, и это старший лейтенант заходит, попали часы. Сейчас, говорит, придет поп, будет крестить, и вы лежите. Мы 5 человек лежали в палате. Он пришел к Кадылову, покрестил, ага, и дал крестик алюминиевый, крестик. Я его долго носил, может, он меня спас. В Белграде за его освобождение советский солдат бился плечом к плечу с бойцами Народно-освободительной армии Югославии. Под Белградом, когда мы подходили, они как бы все ушли. А потом мы видели, что мы ничего такого не делаем, как немцы. Они вернулись, и сколько мы там были, мы дружили с ними, хорошо относились. Братушки, братушки. Героический путь советского солдата-освободителя. И сегодня можно проследить по священным вехам, оставшимся в 9 государствах. География военных действий была обширной. Многие события происходили параллельно. Так, освобождение Польши началось летом 1944 года. Сегодня руководство этого государства всячески искажает и даже осуждает историю спасения польского народа Советским Союзом. Но в то время люди были искренне благодарны. Советские войска захватили ряд стратегически важных плацдармов на левом берегу Вислы. Но главный удар пришелся на начало 1945 года. В историю вошел советский разведчик, который спас от полного уничтожения старейший город Польши. Я работал в Тиру, знал я владел немецким и польским языками, и часто мы захватывали немецких связных. От них я узнал, что немцы имели в виду уничтожить славянские города, в том числе город Краков. Важные промышленные и культурные объекты Кракова были заминированы немецкими войсками. Недалеко в этом севернее Кракова был когда-то польскими королями построен дворец. Этот дворец был заполнен взрывчаткой, но нам удалось найти одного немецкого офицера, но по национальности поляк. Вот я с ним работал, и мы этот склад заминировали и взорвали этот склад. 19 января 1945 года Краков был спасен. Наступление советских войск с целью полного освобождения Польши продолжалось. Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. Стратегическая наступательная операция советских войск на правом фланге Советско-Германского фронта проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года. В течение 20 дней советские войска
продвигались на расстояние от 20 до 30 километров в день. За это время они преодолели 7 укрепленных рубежей противника и 2 крупные водные преграды. В ходе Висло-Одерской операции была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на левом берегу Одера. В этих боях плечом к плечу с советскими воинами сражались соединения войска польского. Несмотря на то, что Польша была союзником СССР, отношение местного населения к Красной Армии было неоднозначным. Плохое отношение было. Вот. Там же теракты были, армия краевая ихняя. Во-первых, народ такой неприветливый почему-то вот сложилось такое впечатление. Как с ними начинаешь говорить, а, колхоз, колхоз, а тут один другого ничего не знают. Так что впечатление очень такое было приятное. 27 января 1945 года в небольшом городе Освенцим был освобожден концентрационный лагерь, который стал именем нарицательным и символом немыслимых зверств фашистского режима. Мы вот так небольшой группой офицеров, солдат вошли в лагерь, подошли вот к такой группе заключенных. Объясниться мы с ними никак не могли понять, какой у них язык. Вот. Единственное, я запомнил, что они сказали «хунгари». У них был, конечно, страшный, истощенный, люди почерневшие. Светились только глаза. По глазам можно так было видеть, что они понимают, что пришло освобождение. Мы зашли в один барак, вот, там было темно, очень неприятный запах оттуда такой. На нарах лежали люди. Видимо, это были люди, которые не в состоянии были, не в состоянии уже подняться. И, наверное, слышали, что там пришло освобождение, но не в состоянии были подняться нам навстречу. Здесь томились в неволе советские люди за колючей проволокой. В сырых, холодных ямах, похожих на могилы, страдали они, ожидая смерти. В оккупированной нацистами Польше было 457 центров массового принудительного заключения. Некоторые из крупных лагерей смерти состояли из десятков самых разнообразных объектов, разбросанных по обширной территории. В итоге универсальная нацистская машина истребления поглотила миллионы жизней ни в чем не повинных людей, женщин, стариков, детей. Территория Майданек, она была ограждена колючей проволокой. И вот туда поступали, сначала в баню шли, а когда из бани выходили, направляли заключенных на работу. А когда уже работа непригожей стал, направляли в комнату детонированную. И туда напускали газ и умирали. И сами же заключенные перевозили в крематорий. Там сбоку был стол, и прежде чем сжечь, оперировали мертвого, искали в животе золото. И только после этого сжигали в печи. Наши воины были поражены степенью жестокости нацистов. В абсолютной бесчеловечности, которая царила в концлагерях, раса господ в полной мере показала свое истинное лицо. Они сделали из убийств доходную статью своего рейхсбанка. Но самые страшные испытания выпали на долю тех, кто вынес все эти ужасы на себе. В концлагере, когда я попал, и последняя ночь у меня была перед тем, как меня должны были сжечь, думаю, элки зеленые, вот в субботу
хоть бы до субботы дожил бы, а в субботу дали бы кусочек маргарина и кусочек чего-нибудь такого другого хлеба, поймете. А потом уже хлеб с вами потом валить, сжигать, ничего. Вот о чем заботился, о чем беспокоился последние часы. Я же не знал, честно говоря, что я еще буду столько жить после того, Господи Боже мой. Куда я знал? Миллионы должны были умереть ради торжества их нового порядка. Территория вокруг лагеря вся была загажена. Люди с больными желудками, больными животами, уже не добежать никуда и все, что ты хочешь. Пришел к фюреру этого барака, и ты, я попал. Надо убирать там. Ну, пошли, убирали, фюрер ушел, а я тоже взял смылся. Смылся в барак, зашел среди людей, затесался, спрятался. А это старший пошел, немец пришел, он говорит, вот он убежал, говорит, кто он, вот он, пошли искать меня. И этот немец с лопатой в руке, а вот это вот он, говорит, пошел, и с палкой мне, черенком палкой по голове, я прикрывался как мог, и сбил меня хорошенько, ну ушел. А вот Сережка мой товарищ, он был большой умница, он вдруг встал и стал читать стихи о советском паспорте. Во все услышали. Ему слушают, что ты делаешь, с ума сошел. Это донесут. Нет, он стал. И когда последние слова он говорит, читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза. Все русские, кто были, встали, в один голос все это пропели стихи. Вот такое было дело. За свободу Польши от нацистского рабства свои жизни положили 600 тысяч наших солдат и офицеров. На этом фоне особенно кощунственно выглядят слова и действия современных польских властей, которые массово уничтожают памятники советским воинам-освободителям и пытаются низвергнуть их подвиг с пьедестала. Но мы знаем, что подлинную историю нельзя стереть, а великий подвиг невозможно забыть и обесценить. Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Малиновского развивали наступление вглубь Чехословакии со стороны Венгрии и заняли город Братислава. 246 дней. Именно столько шла борьба за освобождение Чехословакии, занимающей ключевые позиции в Европе. Бои на территории страны продолжались до 11 мая 1945 года. После отправки в Чехословакию, 6 месяцев мы там воевали. Мы хотели в Германию попасть. В Чехословакии мост взорвали. Половина наших ребят умерли, а я контузию получил. В больнице в Праге 2 месяца я лежал. В Чехословакии хорошо кормили наш батальон. Двоих своих земляков оттуда я нашел. Забрал свой полк. Он благодарен, что я его спас. Он женатый был. Его не пустили. До конца войны воевал с нами. Саадалой его звали. Моравские села торжествовали свое освобождение. Я сижу уже за радиостанцией, принимаю радиограммы, и в этот эфир врывается голос. Позор, позор, помогите, Прага в опасности, скорее помогите. В Праге бесчинствовали нас. Партизаны, пражане подняли восстание, но они не смогли выдержать этот натиск фашистов. Поэтому они нас просили помощи. 6 мая 1945 года советские войска перешли в наступление с целью окончательного освобождения Чехословакии от немецких оккупантов. Пражская наступательная операция. Последняя стратегическая операция рабоче-крестьянской Красной Армии
Великой Отечественной войне. Проводилась с 6 по 11 мая 1945 года. В операции были задействованы 2 миллиона 28 тысяч 100 солдат и офицеров, в том числе 1 миллион 700 700 человек советских войск, 139 500 человек румынских войск, 69 500 человек польских войск, 48 400 человек чехословацких войск. На вооружение они имели около 30 тысяч орудий и минометов, около 2000 танков, более 3000 самолетов. Помощь близка. Танки генерала Рыбалки и Лилюшенко врываются в город. Помощь не запоздала. Прага спасена. Прага – красивый город. Народ гостеприимный, хороший народ. В центре города красивая речка, все пропады. Ой, как нас там встречали, ой, как. И приглашали, и выкрики. Чехословакия и Россия. Дружба. Плакаты, значит, выставляли. Чехия и Россия, значит, дружба. Слава Красной Армии, Советской Красной Армии. Цветами забрасывали. И все вот так в возрасте благодарили. Спасибо. По-русски есть, говорили. Спасибо. Великая благодарность всем, кто схватился с врагом в беспощадной борьбе и свернул ему шею. В Праге нас встречали так, с таким, ну, восторгом. На улицах вот были посланы ковры, цветы. Наши танки шли по коврам и по цветам. Вот с такой радостью встречали. Даже в ходе такой скоротечной операции не обошлось без жертв. Потери Красной Армии в Пражской операции составили почти 50 тысяч человек. 50 тысяч отцов, сыновей, мужей, братьев. Они не вернулись домой и остались лежать в чешской земле. Сегодня в глазах западных политиков эта жертва как будто бы ничего не стоит. Но наши деды и прадеды верили и знали, что их жертва не напрасна. Вывели нашу роту, да, формироваться, чтобы новых солдат перенимали. Я там была, на телефоне сидела, и вдруг все кричат: «Война кончилась! Война кончилась!» Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась! По улице Праги русский танк идет. Чехи выглядывают в окна. Русские! Ура! Россия! Я лечу тоже. Все обнимается, все кричат. Война кончилась. Там такое было. Около домов были накрыты столы с винами, с фруктами. И вот так вот мы встретили День Победы, и наш ансамбль тоже давал концерт. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны! Победа, мир, Европа освобождена. Ни с чем не сравнимой ценой миллионов жизней наших советских людей. Сегодня нет ни Чехословакии, ни Югославии, за которых проливали кровь наши деды. Польша –
настроена крайне негативно и оскорбляет память освободителей, уничтожая монументы и вскрывая могилы. И тем не менее, мы, потомки великих людей, настоящих героев и освободителей Европы, мы верим, что наступит день, когда справедливость восторжествует. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!